900 миллионов рублей выделят из областного бюджета на все муниципалитеты региона в рамках проекта «Вам решать». В каждом будет реализован один социально значимый проект, за который проголосует большинство жителей. Деньги разделят в зависимости от численности населения от 10 до 100 миллионов рублей. Наш город получит 25 миллионов. Всего Саров представил 4 идеи. Предложение сначала высказали представители департаментов культуры, образования, городского хозяйства и управления архитектуры. На официальном сайте администрации была дана информация. Пожалуйста, можно было как-то и населению поучаствовать, и каждый мог высказать свое мнение, какой бы проект он хотел видеть. Поэтому вот администрация города Сарова, собрав все предложения от департаментов, отработала и направила данные проекты Министерству финансов Нижегородской области. Первый проект – современные детские площадки. 25 миллионов рублей предлагают направить на устройство площадок с безопасным покрытием в детских садах. Проект «Зато Саров яркий» предполагает приобретение и установку светового декоративного оборудования, элементов постоянного и праздничного освещения улиц. Это позволит улучшить облик города и повысить посещаемость общественных пространств. Дополнительное освещение сделает более комфортным пребывание на улице в темное время суток. А еще есть проект «Зато Саров доступный». В случае его победы 25 миллионов пойдут на покупку 5 новых автобусов, оборудованных всем необходимым для перевозки инвалидов. Сейчас в городе всего 2 таких автобуса, остальные уже изношены и не могут быть переоборудованы. И в случае реализации именно этого проекта наш город станет более комфортным и доступным для тех, кто передвигается на инвалидных колясках, пенсионеров и мам с малышами. Четвертый проект «Городское лето в парке» предусматривает приобретение и установку 3 механизированных аттракционов «Бумеранг», «Ермак» и «Слалом» в парке культуры и отдыха имени Зернова, который заменит устаревшие аттракционы. Познакомиться с проектами можно на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Голосовать можно там же с 1 по 15 сентября. Голосование будет проходить по СМС-голосованию. Там надо ввести номер своего телефона. На СМС-ка придет, СМС придет на телефон. И после этого надо проголосовать. Чем больше население проголосует за проекты города Сарова, и наибольшее число голосов, который проект наберет по городу Сарова, тот и будет победителем. Также проголосовать можно в первые 2 недели сентября в МФЦ. Проект «Победитель» будет реализован в нашем городе в 2020 году. Подробности по телефонам 99014 и 99020. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.